Шалом, уважаемый, с вами Илья Механик, и сегодня в гараже я попытался запустить свой пескоструй. Что-то вчера в Олде за 15 гривен было куплено 40 килограмм песка в виде мешка, дотащено до гаража, но он оказался сырой. Вот таким макаром я его сушу, вот, из одной посуды в другую. Он так вот, чем больше площадь контакта, на солнце высыхает буквально там за 15 минут. И запускаю в пескоструй и решил попробовать, как оно же будет результат на крышке. Сначала крышка была вот заглянцована губкой, и потом вот нижнюю часть, сейчас я попытаюсь выйти на солнце, вот. Если оно видно, конечно. Нифига не могу сфокусироваться. Но вот так вот. Получается, глянец был вот такой вот. И потом мы прошли с пескоструем, оно стало немного вот таким вот замотованным. Но пескоструй, вот вы сейчас вот видите, я сфокусировался в центре экрана, не убирает вот эти вот рытвины. Так что, перед тем, как пескоструить вот эти части, я собираюсь сделать на всех своих двигателях вот эту центральную часть полировать, а все остальное пройтись пескоструем, чтобы она была более выделенная. И, как видите, окислы пескоструй не снимает особо. Ну, может, потому что он у меня слабый, непромышленный. И вот эти вот рытвины тоже, к сожалению, он не закроет. Поэтому каждую крышечку придется вот так вот вывести от вот этих вот рытвин. И потом уже финально декорировать пескострую. Вообще прикольно получается. Я это потом сфотографирую.